Наткин Александр. Михаил Владимирович, вы уже год работаете, к сожалению, за этот год вы не сочли нужным собрать не одну большую пресс-конференцию, поэтому вопросов накопилось очень много. И если зал не будет против, то мы будем тут еще подходить и подходить. Значит, Михаил Владимирович, мы знаем, сколько сейчас внимания уделяется туристической привлекательности Таганрога. В своих выступлениях вы часто говорите о Пушкинской набережной, о дубках. Мы знаем, что к этим объектам приковано внимание чиновникам федерального уровня. Но город живет не только этими объектами. Я ни разу не слышал из ваших уст упоминания центрального пляжа. Почему? А скажите, сколько раз за год вы были на центральном пляже? И если вы там были, то скажите, попадает ли в сферу он вашего внимания? И каким вы видите его перспективы? Как муниципального пляжа? Или нужны какие-то арендаторы, коммерческие структуры? Или это будет концессия? Какими вы видите первоочередные меры навести порядок на центральном пляже? И если можно, и второй вопрос. Михаил Владимирович, позвольте вернуть вас на несколько месяцев назад, когда у памятника морякам Азовской флотилии был построен забор. Если вы помните, тогда было много разговоров, которые иначе как лукавством назвать нельзя. Говорили, что это временно, что это на время ремонта. По факту можно констатировать, что жителей города лишили одного из любимых мест. Теперь оно мертвое, никому не интересное. Замечательная картинка – это самая большая ценность. Мы это видим даже на примере Биржановского маяка. В Таганроге это место было именно таким. Теперь его нет. А зато есть причал для круизных теплоходов, которые посетят Таганрог пару раз за сезон. Почему, делая одно полезное дело, мы должны уничтожать другое, еще более замечательное? Почему в этом случае было демонстративно проигнорировано мнение таганрожцев? Спасибо за ответ. Это восьмой причал, который огорожен с целью безопасности. Там строится будет дополнительно плавучие понтоны. Практически 92 метра, где будет швартоваться уже со следующего года. Я думаю, где-то апрель уже мы ожидаем первые корабли. Так скажем, теплоходы. Поэтому с целью безопасности, конечно же, этот причал был и сделан, тем более, я так понимаю, что еще и было предписание прокуратуры. Поэтому во исполнении законодательства и во исполнении тех моментов, которые заложены в развитие туризма нашего города, естественно, были закрыты подходы к восьмому причалу. И второй у вас вопрос, пляж центральный. Нас не только волнует пляж центральный, он, кстати, относится к МПУ, МТУ Приморья. Значит, там проводятся регулярно мероприятия по подсыпке и песка, подготавливаемся. Но сегодня есть большая проблема, которую мы сегодня отрабатываем, нашли уже и человека, который раньше работал по берегоукреплению, и мы уже отрабатывали эти моменты, что касается, почему сегодня идет разрушение, значит, и пляжа, и вот отхват, так скажем, твердых покрытий, они у нас разрушаются, и через пляжи мы сегодня можем спасти. Через создание намыва пляжа мы можем спасти сегодня размыв берегов. Поэтому отрабатываем и с научным сообществом, это серьезное дело. Вот мы сейчас в рамках берегоукрепления уже с ними работаем. Работаем в части проекта Пушкинской набережной. И естественно точно так же зеркально проецируется и на центральный пляж.